татарская замута. Рика, мы с тобой. Ты уверен? Да уж. Это будет долгое путешествие. Блядь, в любом случае придется вот эту херню лететь. Миниган ракет. Ну да, тут боевой вертолет был намного пище, по-моему. Привет. Привет, привет. А, это все иллюминатор. Тоже как вариант. Зачистка продолжается, остров. Угу. Что-то там еще такое. А, удачки тебе, пошел смотри биатлон. Давай, давай. Андрюш. Ну все-таки лететь 240 это пободрее, чем не лететь 240, правда? Мне кажется, ли он полыхает там, нет? Или так, так выглядит очень. Вряд ли они, конечно, летят. Да. А если навесиком? Таким примером. Давай, надо сработать. Привет, Ромка. Здорово, добро. Запретная зона. Немедленно покинь территорию. Направляю к вам силы поддержки с воздуха. Да, попадать уже... Уже приходится попадать. Обстрел базы начался. Отправляю вертолеты поддержки к точке контакта. Так, тут... Агрессивно настроенный вертолет. Так, эту хуйню не надо свернуть. Отлично. Правда, я база пока не... А, вот вижу. Вот база хрень стоит. Каждый раз, как в первый. Давай, давай, попадай. Так, баллоны все мы свернули. И антенки сверху. Ожидайте прибытия кораблей поддержки. Сняты. Направляю к вам силы поддержки. О, все, смотри, как по фасту получилось в этот раз. Я особо даже не запаривался. Ожидайте прибытия кораблей поддержки. Так, с этими разберутся, с пацанами. А нам осталось одно... Одно где-то база или что-то типа того. Хрен его знает, где она может быть. Ну, давай полетим примерно вот сюда. Мало ли. Да, наверное, на военном вертолете получилось просто изи. Чем-то Far Cry напоминает. Да, типа освобождение баз. Ну, это общее для многих игр. Скажем так. Часть, да. Не могу найти цель. Фу. Прекращаем нет, поиски. Это наш. Я, бля, это же обрадовался. Думаю, сейчас разнесу и не надо лететь 5 километров. Ну ладно. Не, ну... Как бы... О-о-о-о! Добро, красава! Красава, добро! 100 рябчиков, смотри-ка, а у нас-то получается что? А Димка... Как дела? А, добро выбрался в лидера на этой неделе, красава, добро, красава. Спасибо за 100 рябчиков, спасибо. Ну да, добро вырвался вперед. Так что, Димка, теперь ты у нас немножко позади. Ну, не огорчайся сильно. А, да, привет, привет. Я тут с переводами сижу. Так, хорошо.
Дима не из душевных. Ну, Маш, ну мы же не будем правда это говорить. Ладно, это некрасиво. Наверное. Может, не уверен. А это военная база или что это такое? Это стоит вообще бояться? Похоже, абонент недоступен. Ой, я что-то взорвал там. Ну как там база? Нормально? Держится еще? Ну там взрывать уже нечего. А да, смотри, нечего взрывать. Фу, освободили эту хрень наконец-то. В огне это мет... Так, хорошо. Добро, 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 добро. Мститель в маске такой пришел. Типа, Димас, ну ты типа знаешь свое место, да, там? Все дела. Это шутки, конечно. Привет, Машка-какашка. Машка-какашка, ну зачем ты так грубо? Ну, можно просто... Гораздо симпатичнее. Маша. Когда стримит часа? Ну, где-то средний, где-то час назад. В Сирии? Димка, негодуя. Димка, тут добро написал... Ой-ой-ой, как много всего, и... В общем... Зюля-то в руки нам падает. Да, добро в топе у нас оказалось по донату. Вот так жизнь скатывается. И добро оказался в топе. Внезапно так, причем. Так, что у нас по таймингу? Нормально все еще. Блин, какой-то боевой. Боевой ангар очередной. О, я вижу справа и слева что-то. Тут, по-моему, это не точка, не территория даже. А может быть территория? Да, там что-то есть спереди. А это просто контейнера, что ли, лежит? Да, это просто контейнера. А, давайте отгадывать. Где же у нас может быть что-нибудь? Хрен его знает, где что может быть. Здесь аж три локации где-то. Ну, где здесь что-нибудь? Давай до угла докатим. Посмотрим. Боже. Добро разошелся сегодня. Просто пошел в раш, я вижу. А, этого человека не остановить. Бля, ну. Ну там написано было Димке, что типа машули. Все хорошо. А ну? Что ответит Димка на это? Бля, ну с этой базы летать рядом. Добро, я тебя по краткой к мягкий знак Е вычислю, а вот ты забыл, что я двух отскир. Просто называется развлечение. Такими темпами, да, на SSD. Так, ну, облетели базу, потому что она там немножко неадекватная. И ломать будет ее достаточно сложно. Кстати, а что у нас слева? А, это другая... Другая территория. По-моему, уже... Нет, все еще вражеская. Все еще вражеская. Ладно. Так, тут что-то есть.
Явно что-то есть. Чувствую, концовкой уже попахивать начинает, то есть уже как-то Мельник будет? Будет Мельник. Как же без него, правда? Тоже нас свиней будет резать. Ну, те, кто в курсе, поняли, шутки. Ну, или не шутки. Так, кажется, я что-то нашел интересно. Надо пониже спуститься. Что ж, приступим. А-а-а, добро опять шпарит по самой не балуй. Так, тут, по идее, ломать 2 секунды. Сообщение о нападении. Короче, всем бойцам собраться на точке. Немедленно направляю к вам подкрепление. Бля, эти два пацана, эти меня просто убивают. Как они общаются между собой? Ну, хороший смысл. Ничего такого. А, бля, ломать вертолета мой зачем? Сукины дети. Ебать, меня закидывают. Отправляю к вам дополнительный отряд. Ладно. Не беда. Да, да, да. По крайней мере, я бы все поломал. Кстати, там что-то внизу есть, карьера. А, это самая база. Вам направляются дополнительные силы. Направляю к вам дополнительный отряд пехоты. Внимание всем постам. Восстановить контакт с целью. Отличненько. 100%. Напиши название. А, ну потом, потом. Даже не запыхался. Сейчас мы с Костом. Костом. Дорубаем, и я напишу название. Чтобы каждый раз. Я понимаю, что каждый раз спрашивают. А что за песня играет в этот чудесный, в честную пару? Спасибо, кстати, добро за 100 рубликов еще. Спасибо. Что, строим тотальный титбит? По-моему, эта штука тоже должна ломаться. Не знаю, насколько. Но вроде как должна. Я здесь! Как вот нужно было сказана эта фраза. Как жахнуло! Все, поломали. А, на перегонки пошли. Кажется, я не чувствую рук. Вставай. Машка, мы так и не выяснили, ты меня любишь или нет. Ха-ха-ха, добро. Ладно, ладуйки. Так, что тут еще есть? Поломать. Нам нужно все поломать. Ну это хрень явно ломается. И карьер тоже должен ломаться. Ой-ой, жахнул. А, это вагон с Баварием. Нихуя, он рвануть должен. А вот и Бавария, да? Штурмовой авиаотряд. Вы прилетаете, я сбиваю. Авиаотряд. Очень радует нас. Спасибо, брат. Что поддержал. Какой-то авиаотряд намечался. Но он уже не состоялся. Давай, давай, ломай нахуй конструкцию. А, то есть... Она как бы должна ломаться, но она не ломается. Ладно. Перейдем на ту сторону. Так.
нас тут есть пулемет. А ну слезь с моего пулемета, дрянь. Так, где ты здесь? Где он там? Оу. А, понял. Все, эта конструкция, по-моему, жахнула так от души. Не знаю, это все еще держится. Выйти. Она еще вроде как держит, но долго ли она будет держать? Так, ну главные держатели уже поломались. О. Давай сделаем вот так. По идее, она должна бахнуть. По идее. Не знаю, бахнет, не бахнет. Посмотрим. Да, нормально. Так, экскаватор. Все. Аляулю. Так, пойдем Бавария немножко поломаем. Да, у нас, кажется, Добро выбился в абсолютный лидер. И поспорить с ним уже вряд ли кто-то сможет. Хотя, кто знает. 100% тоже есть. Добро, Маш, не говори меня. Как засадился. Он под нами. Летели. Рик, наши силы воздушной поддержки вылетают. Подготовься к их прибытию. Так, что у нас тут есть по карьеру? О, боже ты мой, сколько еще ломать. Так, здесь еще что-то я забыл. А, вон вижу. Окей. Поломалась. Переработка. Бавария. Спасибо, спасибо, Добро. Ну ты сегодня просто разошелся. Даю об твою мать. Понял. Время уходить по-английски. Да. А знаете, как это уходить по-английски? Ну, да, то есть просто ушел и все. Так, солдатейки тут какие-то имеются, но... Ну, это все равно. Сейчас подготовим базу. Только не ёбни, пожалуйста. Окей. Готово? Нет. Так, где наши? Иду, иду. Давай, давай. Мы должны отключить. Ну, или подключить, как вам лучше. Ну, по идее, он подключает. Я думал, сейчас он меня избивать начнет. Ну, вроде бы последний. Стреляй по мне. А вот теперь поиграть. Тебя никто не вспомнит. Нихуя. Во-во-во, это слишком быстро. Вот. Насколько быстро? Я такого не ожидал. А! В ляху попало опять. Назвал меня какашкой. Да ладно, у вас такие терки здесь вижу. Даже влезать как-то неохота. Так. Так. Показывайте, что у вас есть. Маша, ладно. Моя железя, прости меня. Так, бочки повзрывали. Отлично.
принципе, можем подняться наверх и разнести экскаватор. Нихуя себе! А ну эти нитки, зенитки работают. Надо под ней просто полететь. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Оп. Что? Выше нос. Ну чё, как солдатик пострелял? Нормально? Давай, взрывай её нахуй. Окей. Ладно. Замечательно. Добро, Машку не обижай, а то я сообщу одному существу по имени Эдуарда, и он тебя накажет. Он ранен! А вот зениточка. Это хорошо меня сейчас вынесло. Тут такие свои терки происходят. Ну ладно, я как всегда. Так. У тебя не было шансов. Рико, командир базы на этом вертолете. Сбей вертолет и прикончи его. Где эта дрянь? Опасная штука. Бля, не тот взял. На этом вертолете? Ну броня-то у нее не вечная. Ой-ой. Обидно, наверное, когда... Ну ладно, в общем. Ему и так сейчас, наверное, грустно. Вперед. Да, бля, чуть-чуть. Немножко не докину. Бывает. Ну и осталось пару точек. Вон я вижу. Какие-то... Ладно, хорошо. Ну все, Димка, я тебе войну объявляю. Крышечка нижняя, подчеркиваю мне крышечка. О, она еще вперед может ехать. Ауч! Ну-ну-ну-ну-ну. Снайпер выпал. Нихуя у вас на меня напало. А-а-а! Больно, 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 больно. Больно мне, больно. Хуя, чуть приплыло. Одна... А, на той стороне где-то. И мы сами полностью захватили эту хрень. Все нормально. У нас такое общение, у нас стабильность. Так.
вертолет где-то упал. А, вижу. А где-то там даже. О-о-о-о, зенитка. Вон она что. Да. Батарейки сели. О-о-о, отхватили. Оу! Бавариевый танк нам доступен. Нифига, класс. Слушайте, бавариевый танк теперь у нас в пользовании есть. Было. Так, а что у нас по территории? Что тут еще должно быть? Неизвестно одно поселение. Только где оно? Куда сюда можно? Надо повторить. А у меня бабло с партнерки закончилось, и это последнее сообщение. Так что ты воюешь против пустоты, крышечка, нижнее подчеркивание, крышечка. Так. Закажем, я думаю, сейчас вертолетик. Так, как всегда, немножко патронов для нашего. Угу. Так. Здесь из этого, к сожалению, мы не можем это все получить. Ого, нифига себе наведение у нее. Охренеть. Ладно, только снайперские винтовки какие-то есть. Давай возьмем такую штучку. Побалуемся. И вертолеты. О. Давай вот такой вот возьмем себе вертолет. Здравствуйте, граждане! Краткая сводка. Из-за участившихся случаев ненадлежащего поведения на производстве генерал решил окончательно закрыть Кава-Монтанью. Подробности, само собой, засекречены. Вы спросите, будет ли конец этому аккуратному и абсолютно управляемому сносу зданий? Кто знает? Рива Медичи. Аккуратная, мне нравится. Аккуратная. Рома, это какая часть, по-твоему? Что? По счету? А, какая часть по счету? Фу. Третья, третья. Бля, нам где-то найти надо было бы. Сейчас по карте глянем. Да не, здесь... Вряд ли за моей спиной там поселение. Ну, давай посмотрим, что там. Где-то же должно быть. Все-таки. Вот это вот. Не, это вряд ли. Это же открытая точка. Это вряд ли. Так вот, где наша? Хрен его знает даже. Где она может быть? Может быть, это? Блин, посмотрим. Давай, доворачивай, доворачивай. Там где-то горы были. Ага, нашел. Добро зажигает. Выиграл войну без единого выстрела, я всемогущий, ха-ха-ха-ха-ха, типа звезды света. Этот смех у этой бабы просто жуть. Ладно, такое странное чувство, когда она смеется. А вроде не смеется. А вроде не всерьез. Бляхам. Где же искать нам этот оставшуюся провинцию?
Ну или блокпост, или что это? Где угодно она может быть. Просто где угодно. Да. Летай, летай, смотри. Так, это, по-моему, просто ангар. Да, это же просто ангар, ничего в нем нету. Ха-ха-ха-ха-ха. Да. А здесь просто разворот. Ничего тут нет. Граждане Медичи. Напасть ли нам на базу? Я пиздю ли это еще раз? Я думаю, нет. Так. Сложный вопрос. Где же надо, может быть... Пункт. А там через дорогу может быть пункт? Нет, это уже другая территория. Там он быть не может. Хм. Здесь как раз... Бля, даже хую надену. Где последняя точка? Ту базу мы с вами забрали. Эту? Эту внизу? Опа. Стоп. Не влезло. Как-то сбоку, мне кажется, да? А, это за количество R, я понял. Я понял. Я понял. О, не успели с Эркой приколоться, там и так далее. Так, ладно, дальше поехали. Димка, я принимаю вызов, а Машка все-таки какашка не любит меня, я плакать. Да уж. Ну, Мачете 74.ру, спасибо, конечно, за но не прошло, тебя обогнали. К сожалению. Бляха, да где же эта вонючая база? Ну там уж точно не база, там монастырь. Я на другую территорию уже почти залетаю. Где последний участок? Че это? Где это? Запарило, уже запарило. Странно, очень странно все. Там просто озеро. Ёбаный свет. И как найти нужное-то? Тут неизвестно поселение одно должно быть. Не, ну граница с ней точно не может быть. Равиоли прячет базу. Да я вот тоже и пытаюсь понять, куда этот гей запрятал от нас базу.
здесь вроде просто каньон. Да, просто каньон и все. Обычная добыча ресурсов. Запарил уже вокруг летать. А, блядь, она здесь же была. Пока, Ромка, я пойду любить дальше, а то тут ко мне... Ой, ладно тебе. Да ну нахуй! Атакована цель. Всем бойцам собраться по координатам. Так, разносим. Добычу все разносим. Нихуя она так долго летела. Тебя никто не вспомнит. Принято. Отправляю подкрепление. Все, я понял. Выходим. Конечная. Танк стоит. Так, иди цель нашу. Да ладно тебе, ну чё ты? По-моему, я знаю, что с этим делать. Тушите свет. Так, мы сейчас попробуем эту пушечку на какой-нибудь другой хрень. Там где-то. Визуальный контакт потерян. Всем постам. Рассредоточиться и начать поиск. А, вот наши цели. Подкрепление в пути. Эффективно? Нет, не стреляйте, гады. Так, один отлично. О, открылось. Так, теперь можно спокойно идти на задание. Вы ждали, и мы можем приступать. Ёпарасоте, сколько здесь еще делать? О, козлиная башка. Да, пирожка. Ладно, поехали. Ложиться. А слушайте, а если поближе, как там? Не знаю, то... Не, да, вроде бы. Обидно. Да, здесь поближе, но никак. Ну и как, по идее... Ладно. И к моим ногам. А есть еще возможность вызвать вертолет? Как вы думаете? Так, ну давайте вызовем вот такую вертушку. Маячки нужны. Без маячков это как-то все плохо получится, ладно? Все как всегда. Доложите обстановку. Загляни ко мне, Рико. Вы меня слышите? Кажется, я нашла центр управления. Вы Фалко Максиме. Стрим до утра. Нет. Так. А, я понял. Я понял. Минуту молчания. О, боже. Я просто боюсь сейчас это включать. Точнее, это слушать придется. Так, веселье начинается. Все, устала? Ого, бедняжка. Так, а что нам надо было здесь? А? Маячки! Забираем маячки. Отлично. И берем вертолет. Сюда.
О, слава революции. Полетели выполнять задание? Я думаю, вы этого и ждали сегодня. Да, долго, кстати, получается, с захватом территории здесь. Ну, что поделаешь? О, и снова полет на вертолетах. Добро. Ну, такие, знаешь, все уже расстроились, такие уж пошли все домой, такие, ну вот, ушел добро, все, закругляемся. Но, нет. Не в этот день, не в этот час. Не угодали от меня, так просто не избавиться. Не угодали. Поняли? Не угодали. Главное правильно ударение ставить. Не угодали. Хули бы не угодали. Кстати, там база внизу. Сейчас бы не угодать. Ромак, купил кальян? Да, купил. Я расстроился больше всех. Так, надо бы как-то опустить наш воздушный дирижабль. Так, борьба за Баварию. Не знаю, сколько нам еще проходить, но времени на это уходит достаточно много. Бавари, Бавари, Бавари. Летим к тебе, братюня, как всегда. Садись на дорогу. Да, только не упади. Я был так близок к цели, блядь. Блядь, ну почему ты с той стороны полетел? Нет! Победа была так близка. Боже, блядь. Я уже хотел выйти, сесть. По-человечьи, но... Поезд решил мою судьбу, кажется. Я так и знал. Ого. Блядь. О, норм. Погнали. А, вот ты где. Подойди, подойди и взгляни. Главная командная база Деравелла защищена компактными, но крайне мощными бавариевыми ракетами. Разрушительное применение очищенного Баварии. Дай-ка угадаю. Точно, как в прошлый раз. По трубам идут электрические и оптоволоконные кабели. Ха, неужели за два раза он так ничему и не научился? Это будет проще пареной репы. Дим, все, хватит. Не надо мне нотации читать. Я и так знаю, что мне делать, а что нет. Опять трубы. О, как же высоко по трубам лезть. Ладно, вот и труба. Вот и труба. Ты уже знаешь, вдоль по трубам. Вдоль по трубам. Ну, уже по пробитым территориям, конечно. Давай, брат, лети. Лети, брат, выжи. Это последний уип Дайма. Это придает бодрости. Последний... Никакого больше супероружия. Но бой против Деравелла и Баварии еще не закончен. Ну, это хорошо, что мне к больше не придется. Я готов. По трубам ползти вверх. Хорошо. Давай, брат. Блять. Вставай. Деравелла. А почему в эту сторону меня дернул сейчас? Ладно. Не заморачивайся. Просто лети вверх. По отвесной скале.
Брат, ну, так, мы не договаривались. Так. Хватайся за трубы. Ого, вот это я тут. А, мы под базу крадемся. О-о-о-о. Ничего себе. Прекрати, что ты делаешь. Взламываю ворота. Так, давай. Собственно, я знал, что будет заперто. Ворота взломаны. Нет! Уа, уа, уа. Так, ладно. Джеронимо! Не, пацаны, я в следующий раз зайду. Они такие, ну ладно. А теперь я вошел как по-настоящему. Ага! Ты что на меня смотришь? Так, стоять, не стрелять. Так. Мужик. А ну лови гранату, ебан. Ёбаный стиль, он просто по самой ляжке. А ну подержи это. Ученые пользовались своими знаниями, чтобы создать оружие. Но я не держу на них зла. Я была среди них. Как же мы четко, а? Немножко спецэффектов. Слабоумные они. Странные очень. Блять, да такого хуя. Та-та-та-та-та-та-та. Лети! Зодчая птица, так, лети. Можно и так. Я тут усиленная. Я по доктору попал. О, это будет весело. Так, чем еще можно туда закинуть? У нас, правда, не самое лучшее средство борьбы с этими штуками, ну ладно. Да, по-моему, они базу отстреляли. Не, ну это как надо навернуть. Я как-то знаю как. Ой. Вот это жахнуло центральное. Ой-ой. Как-то она угрожающе трещит. Четко. Выходит из моды. Я где-то самолет поразил, ну ладно. Вы подключено. Мы можем подойти к Максиме и уничтожить сведения об аварии. Это долго будет. Почти готово, Дайма. Да, да. Видимо, мой выход этот. О, как и предполагалось, очень короткий путь. Теперь можем разнести базу в кедрении Фени. Alien Isolation стримил. Как же без этого? Конечно, на релизе еще. Когда он только вышел. И даже больше скажу, полностью проходил. Четко. Так, ну а теперь это значит только лишь одно, что можем разнести к ядрине матери вот эту вот хрень. Наверное. Не факт, конечно, но попробовать стоит. По
по идее, она должна не работать уже. Ну, как она, наверное, должна работать? Она должна работать, но не так, как до этого меня разносило. Как хрен знает что. Попробуем. Если умру так же... Помните меня героем? Ёб твою мать, сколько здесь ломать. Ого, мой личный рекорд там за 500 метров, ни хрена. Давай, давай. Что ж, приступим. Ну, и куда здесь? Ну, свой-то рекорд я побью, но дальше что? Сейчас будет челлендж. Оп. Так, надо же. О, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Там слишком много орудий. Желающих меня. Ой, вертолетка что упал. Сверхсовременные солдаты ползают. Это полные танки можно было бы ворваться. Ебанутся, тут пригнуться. Они просто не умирают. Ебаный свет. Брат, ты зря это сделал. Теперь мне придется повиснуть здесь. Ну, теперь, по крайней мере, бомбардировка уже не так работает. Что это, блядь, за пьянь? Что это, блядь? Долетел, но не долетел. Точнее, летел, да не летел. Так, здесь все чисто. Поехали дальше. Ну, в этот раз, возможно, даже базу мы с вами возьмем. Не факт, конечно, но попробовать стоит. Чувак с миниганом. Один выстрел, один труп. Блять, как его убивать? Минус. Сойдет. Ой, боже мой, бозеньки мои, господи, глязюльки мои выпадали, черный экран на глазах. О-о. Спиздить немедленно. Что-то не задалось у него. У меня тоже. Ладно. Пулемет очередь какая-то, ну ладно, не будем обращать внимания. О, башенка. Мы должны уничтожить башенку. Так. И здесь такие сделать. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И теперь отсюда вот так вот. Вот так вот. Эй, она снова появилась. Бахнет уже, а? Ну и где вы теперь будете хранить горючку? Так. Ну, цели становится все меньше. Я в две зенитные эти хрени поломал, точнее спиздил две. Ну что, вертолеты и самолеты меня заебывают в этой игре. Не обращайте на меня внимания. Сущие пустяки. Просто пытаюсь снять ваши самолеты. О, не с той стороны. Брат, ну, история неловкая. Ой, теперь самолеты падают.
Не задалось что-то с полетами, не задалось. Согласен. Может, маленькую пока? Опиздели. Вот тюстюську. Ладно. О, там еще противозенитная. Ой, точнее, против... Ну, короче. Зенитная. Это было просто. Руки. Вот этих убивать уже. Тихо, уходим. Так, кто не засейвится, тот не Рико. Минус. Второго убили. Застряла бочка. Не надо в мочку. Ты что там спряталась? Две бочки поломал. Хотя я это и планировал, но ладно, скажем, это случилось случайно. Да-да-да. Так. Как бы туда добраться так, чтобы это... блядь. Что-то я как-то здесь... Ну, неправильно совсем. А того мы убили, все. Отлично. Ты как-то забрался. У меня полный... Страдание, РРР, распластанный по сторонам света, ВРРРРРСТЕЕ, РРР, распластанница, ветер, РРР. Ладно. А теперь меня классно. Так. Они где-то нареспаунились, ну как? Нарождались по опасству и пришли меня убивать. А вот и кавалерия. Ну ничему они не учатся. Вообще не учатся. О, вижу внизу. Нихуя. Надо бы от него отойти. Еще ворачивают. Ой-ой-ой. Тихо. Ушли. О-о-о-о! Кто обитает на дне водоема? Ой-ой-ой. Три огорченных вертолета, ну? Как-то им тут не сладко совсем, я скажу, не сладко живется. И летается тоже как-то так. Да ну не вовремя ты прибежал, брат. У меня тут демоны нападают. Было задумано. Бам, нахуй. И эту еще пизда. Ну, просто уже на скиллавре бегаем. Так, что у нас тут по точкам? А, там что-то до конца можно надыбать. А, две антенки. Давай заберем.